Подождите, подождите меня! Куда же улетела моя команда? Detroit Pistons. Играть в баскетбол без меня. Без Блейка Гриффина. Без лучшего игрока команды. Они же проиграют. Срочно мне нужно их найти. Куда же они могли улететь? Или... Северная Ирландия. Или... Новая Зеландия. А может быть... Англия. Или... Устер. Или Вулстер. Куда же отправилась команда? Detroit Pistons. Эй, Питер Гриффин. Я есть Гриффин. О, мои родственники, круто. Привет, родственник. Привет, Блейк. Я звал команду. Да? Собрал команду? Кого ты тут собрал мне на помощь? Стиви Гриффина. Дядя Блейк, я помогу тебе. Так, Стиви Гриффин. Брайан Гриффин. Стэн. Извини, я не могу оторвать свою попу с этого кресла. Попай. Кто сказал про Попаю? Я говорил про свою попу. Попа. Лешона. Переверните меня обратно. Голова закружилась даже. Спасибо. Что, помочь? Да, помочь Блейку. Такому красавчику? Конечно же. Вау, красавчик. Пиджей Маскс. Ну что, ребята, в путь? Путь. Розовая пантера. Джимми Ньютрон. Давай, помогу. И мистер Бин. Бен, where is my teddy? Your teddy? Your teddy is in the car. Teddy, you are teddy? It's no teddy. It's no teddy. No, I play with Teddy. You Teddy? Yeah, I'm Masha. No Teddy, fool. Maybe you Teddy? I'm Nolik. Teddy. Oh, слышали, ребята? Там Чебурашка, Маша. Приглашают нас играть вместе. Чебурашка и Маша предлагают играть, а Нолик мультики предлагает. А какие мультики, Нолик? Я тебе предлагаю Family Guy. О, будем смотреть? Будем. Давай. Да. Пока другие лодыри отдыхают, я попытаюсь помочь тебе, Блейк. Как помочь Джимми Нейтрон. Так, ну давай. Так. Бей. Заткнись ты, никто не спрашивает. Так, остров. На что ты намекаешь, Джимми? Остров. Да? И что тут у нас за острова? Северная Ирландия. Это один большой остров, Великобритания. Первый балл. Новая Зеландия. Да, это настоящие острова. Новая Зеландия, один балл. Англия. Это тоже часть Великобритании, один балл. Устер, это Ирландия. Тоже часть Великобритании. Все по одному баллу. Молодец, Джимми! Я не сказал, помогу тебе. Ты крутой парень! Ха-ха-ха! Дури пою обо всем хорошем и улыбке.
What song is this? Кот Леопольд. Cat? Leopold? It's a very nice song. And this song? Oh, Winnie the Pooh? Russian Winnie the Pooh. Russian. No Russian. Honey? Да. Honey. Honey. Погоди, куда же ты? Он за медом. Никогда не знала, что пантерам очень нравится мед. Красавчик. Красавчик. Ляжешь со мной рядом, красавчик? Нет, я опоздал на матч. Тогда я иду на спаке. Давай, я готов. Круизный лайнер. Ага. На что ты намекаешь? Корабли. Корабли по морям, по океанам. Угу. Ну тут всюду корабли. Короче, все по балу получают. Я же знал. Я знал, что я смогу помочь. Папая. Вот азбука Стэн. А мне не придется вставать? Нет, сиди и учи азбуку. О, ну если сидеть и учить, тогда я согласен. Автобусы Англии. Да, двухэтажные красные автобусы Англия, третий бал. Зачем мне нитки? О, на самолете Северную Ирландию. Третий бал Северная Ирландия. А, нет, там пчелы. Не надо, боюсь пчел я. Эй, принцессы! Я хочу познакомиться с принцессой. Жениться, Стэн? Ну нет, хорошо провести время хочу. Какую вы мне принцессу выделите? Сначала скажи зеркальце. Все мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Где Блейку Гриффину страну найти? В Северной Ирландии. Четвертый бал Северной Ирландии. А теперь давай принцессу мне. Эй! Куда, Стэн? Ты разбил зеркало. Упс. Я так к принцессам пошел. Ну ладно. Что? Я похудела? Наконец я похудела? Да. Я хочу Блейка Гриффина. Блейк Гриффин, ну возьми меня в кафешку, ну Блейк. Возьми Гарольда. Он тебя... Опять попытка не удалась. Золушка, принцесса! Бандит! Уйди от меня, бандит! Ну погоди, не беги! Куда же ты побежала? Золушка! Не догнал! Куда она могла сбежать? Вулстер! Вулстер, третий бал! Я запыхался! Валянку дайте мне! Нет, мне надо отдохнуть! Отдых это самое лучшее возмеянка. Тебя пирожки ждет, Стиви. Пирожки.
Я хочу. А, это мои пирожки? Нет, мои. Кто первый пришел, тот все достал. Опоздал. Знаете. Ну ладно. Тогда я учу азбуку. Я помогу дяде Блейку. Дядя Блейк, я тебе помогу. Я азбуку учить буду. Так помогай ты же. Не разговаривай. Салли. Салли. Нет, у меня круче тачка. Бин, тачка. Бин, тебя не спрашивали. Салли. Не было Салли. Насос. Накачать мяч баскетбольный. Да, думаешь, надо? Ну ладно, 4-й балл, Новая Зеландия. А, автомобиль. My car is the best car in the world. Бина! Перестань. Ускорение. Вот я ускорился на своем автомобиле и приехал в Барбоскин. Барбоскин хаус. О, ням-ням. What eat? Я настоящий парень. No, Eat. Ням-ням. Мы хотим есть. Daddy. I hungry. I very hungry. Попроси у миссис Викета. А скажи золотую рыбку. Давай, рыбка, исполни мое желание. Я хочу знать, в какую страну лететь. Блейк Гриффин. Играть в баскетбол. Ответ Англия. Ответ Англия. 5-й балл Англия. Молодец, нейтрон. Ты второй раз мне помог уже. Я стараюсь. А! Beer? What's the beer? Masha's beer. Masha and beer. Masha, you are pink? No. Da. Oh, Masha, you have pink kasha? Da. Oh, I need pink kasha. Ah, nyam nyam. It's for you, Masha. На какой границе? Граница Северная Ирландия. Северная Ирландия, да? Идем дальше. Северная Ирландия, 4-й балл. Мур-мур-мур. Ой, значит, кошка. Ну, согрейте меня немножко. Воу-воу. От тепла и ласки. И я... I hate cats. Воу-воу. No cats. No cats! Воу-в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 оу! Вот азбука Папай. Да. Ну давай попробую. Блейк Гриффин. А не Академия. Детройт Пистонс. Баскетбол! А не музыка. Еринч. Не, я маленькая овечка, никто нас не пасет. Что? Воу-воу! Я буду пастухом! Воу-воу! Причем тут слон? Слоны в Африке или в зоопарке? Вали-ка ты отсюда, Папайо! Малыш, Блейк, могу ли я тебя позвать на прогулку
Вылез. Ты иди сама к букашек смотри. Третий раз ты мне отказал. О, привет, Эл, кошара. Ой, Брайан, что это было? Ты куда? Да, я терпеть не могу кошек. Он ненавидит. Так, о, привет, молния, ты хоть скажи страну. Япония, Италия или Великобритания? Так. О, Северная Ирландия, 5-й балл. Великобритания. Англия, 6-й балл. И Устер, 4-й балл. Новая Зеландия ничего не получает. Вот азбука Стиви Гриффин. Ой, ну ладно. Дядя Блейк, я помогу тебе, дядя Блейк. Так помоги давай. Страшила. Кто страшила? Ты что, Стиви? Я крутой баскетболист. Не надо так больше. Это же свиньи. Ты меня сначала страшила и потом свиньей обозвал? Стиви! Антошка! Блейк! Тедди? Тедди! Тедди! Это Умка, Тедди! Умка ли Тедди? Ух ты! Что это было вообще? Мистер Бин поехал за Умкой. Да, ребята, никакого толка от вас. А еще считаете родственниками. А? Я думал, родственники помогут. А они издеваются только. Ладно, спросим у главного эксперта. Так, о, привет, Антонио Бандера, Салма Хайек, Джонни Депп, привет, ребята, где же моя команда, Детройт Пистонс играет в баскетбол? Детройт Пистон, говоришь? Это очень просто, это будет в Новой Зеландии. Ну там же регби, там же All Black команда регбийная. Ничего. Я не буду с ними играть в баскетбол. Так. Они мне нос поцарапают. Не, другое. Строите. Итак, команда. Detroit Pistons. Ее лучший игрок. Блейк Гриффин. Отправляются на баскетбольный матч в Новой Зеландии, в Веллингтон. Покупайте билеты.